Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня будем играть в игры. Так, я тут на чем-то запомнил, насколько я помню. Вот на чем не помню. Так, мы с вами на этом сейве, смотрите. Мы с вами добились того, что получили карту первого уровня. Мы с вами ходили здесь 4 часа в прошлый раз. И в результате мы все-таки добились того, что все сработало хорошо. И мы сделали все, что нужно. Нашли выключатель, открыли дверь ученому. И да, он дал нам карту первого уровня. Теперь мы ищем, куда эту карту применить, потому что все двери закрыты. Так, хорошо. Я вообще не помню... Здесь на самом деле то, что я нихера не знал, куда идти, накладывается на то, что я нихера не помню. Так что в целом, я думаю, у нас все хорошо. Чат, я вообще не знаю, куда идти. Начинается в колхозе утро. Моргнул, называется. Нет! Блядь. Две смерти. Сюда иди, родной. Иди сюда. Маленькая вкусная печенюшка. Это странно, типа, нахера ты мне пишешь про кнопку, блин? Простите. Удивительно, но разрабам удалось сделать уровни в этом моде запутаннее, чем в оригинале. Я здесь вообще не ориентируюсь. Аналогично. Я думаю, тут суть в том, что в оригинальной игре... Бля, как здорово! Ты как сюда приперся-то вообще? Иди сюда! Слушай, как мне с ним... Как мне с ним тут быть-то, лол? 173-й! Алло! Я труп, да? Что мне делать? Куда мне идти? Привет, смотрю тебя, потому что нет Артема. Он лучше. Это пишет другой человек. Что там еще? А вот Денис умеет делать шоу и даже интервью. Пишет третий человек. Вот такие вот вы. А я сейчас походу ю... Это из-за вас опять же чат. Я просто не смотрел на экран, понимаете? Все. Почему вы такие... Ой, Дима, я тебя опять Куплинов назвал. Что произошло? Да все как обычно, на самом деле, ты знаешь. Просто посмотрел в чат, и меня скрутило. Бля, ты реально там спускаешься, или мне кажется? Только что чуть дураком не стал. Мужчина, вы, блин, не падайте на голову-то, лол. Ладно. О-о-о! Вот говна-то привалило. А там 173-й. ЗБС. Дед, мы про тебя вспоминали, думали, блять, я застрял. Я вязну. Вязну в карманном измерении деда. Привет. Я не знаю, на самом деле, как мне к этому всему. Не надо. Мужчина. Блять, я вязну. Я таю. Таю. Ля, какой кайф. Простите, простите. Я не могу без... По-моему, он тоже застрял. Ой, боже мой. Этот мод, это просто... Не страшно? А так? Ага. Ну это же как... Я даже не понял, что это было. Это мне 173 убило пить. Блядь, ты что происходит на тебе по голове? Что происходит в этой игре?
Где? Откуда? Блять, за углом прячется. Почему бы и нет? Понимаю. Пошел я в жопу, да. Да ладно! Правило правой руки работает просто на изи. Ты посмотри, как он хорош. Он реально это делает, понимаешь? Что я продвигаюсь изи. Видишь, как оно работает? Вот именно это правило меня всегда спасало. Вот, и опять спасло. Это рили очень, очень неплохо. То есть интеллект помогает практически во всех сложных ситуациях, понимаете? А, видимо, я все правильно сделал. Так. Прогресс сохранен, а тут дед. Блять, это ж тупик, куда я прибежал? Ну все, ГГ. Дед, давай поговорим. Дед. Интеллект работает всегда. Не в ту сторону иногда, как хотелось бы многим, но он работает. Скоро он устанет, чат. Скоро он устанет. Чат, ну это прогресс на самом деле. Не знаю. Не уверен, что это прям прогресс. Шо? Посидим сюда, посмотрим. Сейчас исчезнет. Я не уверен, что вот это хорошее место, чтобы грузиться, допустим. Не уверен, что если я сейчас куда-нибудь двинусь, я не отъеду. О, побежали. Дед. Пердед. Откуда ты взялся вообще? Ничья! О, блядь, игра. Дед, бись от меня! Да камон! Дед, не надо! Нет! Все они душат! Что же с вами не так? Зачем вы ко мне привязались? Чё вы от меня хотите? Во имя чего вся эта... Блядь, папа... Накомбили здорово... Нет! Ну не надо! Ну и не надо, ну... Ну не надо было! Слушай, дед, спаси меня, он меня сейчас убьет. Давай, дед, он уже сейчас придет. Давай уже, давай, все. Это что, блин, шутка какая-то? Я не пойму. Типа, он меня выкинул обратно к скромнику. Обычно за 50 километров, а тут выкинул прямо к скромнику. Ну все, это ГГ, пошли сдаваться. Нытик, нытик. Ты кстати, страшный. Страшно получается. Дед, не надо. Все? Нет, все? Ой, значит, плохо так-то. О, привет, друг. Не подскажешь, как добраться до... О, туда, да? Все? Изи, что ли, получается? Я опять иду по правой стороне, если вы, что вы могли заметить. Я не в ту сторону иду. Нам вот сюда надо. Серьезно, он опять вылез. Что за крики? Он же не злится?
Простите, у меня здесь рация, она временами включается сама по себе. Вот это вот. Игра, тебе бы лучше показать мне что-нибудь. Потому что если я не увижу, то я буду очень-очень расстроен. Я туда не пойду. Ладно, давай посмотрим, что там. У меня правило левой руки. Нет, сам туда иди. Здесь у нас неубиваемая ящерица. Я думал, что мы идем в одно из этих мест, а мы не идем в одно из этих мест, мы идем в другие места, прикинь. Но я хочу выбраться, мне интересно. О, мне хана! И, в общем, да. Так, я примерно двигаюсь в нужную сторону. Тебе обратно, не на этом этаже, профессор. Керрич, не души, пожалуйста, ладно? Когда я попрошу, чтобы мне... Блядский ты на... Я думаю, нам с вами повезет, чат. Все будет хорошо. Мы с вами уже практически выбрались. Так, туда я ходил. Правило левой руки. Продолжает работать. Ого, получается, Артур прошел уже две главы. Молодец. Да. Мы довольно уверенно двигаемся вперед. И тут он заплакал. Нонсап плакает без подписки смайлов. Но это имеет смысл. Игра, ты что прикалываешься? Я тут был. Или это другое такое место? Я уже не знаю. О, привет! Привет! Зря я это... Ой, зря. Подожди, а там 173, да? Ага. Давай уже беги, ну. Чат, не бойся, он сейчас ринется на нас. Я, по-моему, здесь или сдохну. Я хз, куда идти вообще? Ну, просто, куда мне идти? Я не понимаю. Был ли я тут, или это просто такой же коридор, как тот? Я не понимаю, какое оно здесь все одинаковое. Какая же это бред жопа. Сиволапая жопа Бридина, понимаешь? Как же я реально вот просто блуждаю, как я хз. Тут как 40 лет по пустыне блуждаю. Ой, бред, я уже ненавижу всю эту игру. Зачем я ее запустил? Я не понимаю, зачем? Там будут тупики опять, да? Вот, я по этому кровавому отпечатку здесь кто-то каловые массы оставлял. Или здесь будет тупик? Да ладно, да что, блядь? Но... Чат, а что я делаю? Типа, мужик, алло, привет. Ты типа, чё тут стоишь-то, алло? Так, деду, походу, хана. Хорошо, что мне дальше делать? Дед F. Мне позвонили, сказали, что... Ну, вот это вот наш дед такой, говорит. Слышишь, говорит? А я, говорит, вижу деда. Дед такой... Этот дед, говорит, ухмыляется же. Дед, говорит, не подходи ко мне. И все. Я что, сюда вернулся? Как? Да иди ты нахер. Как же я срался с этим звуком в свое время. Шо? 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 Ну ладно, давайте сохранимся.
Найс, сохранился. Что ты сидишь там? Не сиди там. Сиди не там. Как ты это делаешь? Это что за приколы вообще? Ох, блядь. Изи. Да? Да? Да, я дошел. Блять, я опять сюда пришел. Ёб тебя по голове. Я опять пришел к этому месту, где в прошлый раз радовался, что нашел. А тут тупик. Я их путаю. Другое место похожее. Оно где-то рядом, но, блин, это не оно. Куда идти? Мой призрачный друг... Покажи мне, Пеперка. Правило правой руки всегда помогает. Мы на месте. Если сейчас не сработает скрипт, я просто обоссусь. Да, да. О, да. Короче, он починил эти рации и говорит, ну, я, говорит, могу вообще все починить, тогда мы выберемся из этого дерьма. Вон, говорит, в комнате, видишь, там, говорит, есть карта, возьми ее, с ее помощью ты можешь подойти к гейтам каким-то. Блять, полгода просто страданий. Хорошо, а куда дальше-то? Я не помню. Что за цифра 3-2? Ну, ты с картами третьего уровня можешь открыть двери третьего уровня. Гейт контрол, еще бы помнить, где оно. Короче, он говорит, тебе нужно найти комнату управления дверями. Вот, с помощью этой карты войти туда. И там, говорит, нужно будет ввести 9-значный код, который тебе надиктую. Чат, запомни, пожалуйста. 5-6-1-7-8-9-1-0. Ой, 5-6-8-9-1-0. Или 9-8. 9-8. 9-8, не 8-9. 9-8, чат, пожалуйста, запомни, боже. Так, я, говорит, думаю, что это довольно близко. Ты давай там не думай за меня, ладно? Потому что я думать сам могу. Я даже не понял сначала, как обычно. Так. А куда вводить? 5-6-1-7. 5-6-1-7. 9-8-1-0. Боже, боже мой. А, так. Закрываем дверь. Здорово, тебе тут вообще ничего не сидит. Короче, он мне сказал, говорит, типа, у меня свои планы, я хочу выбраться. Если, говорит, ты позволишь мне выбраться, то я позволю тебе выбраться. Мне нужно сделать какие-то вещи, чтобы он выбрался. Вот, говорит, я буду с тобой связываться и говорить те вещи, которые тебе нужно делать. Это выбор другой концовки, судя по всему. Но, говорит, твоего друга придется бросить. Я уборщик, понимаешь? Ужасный АИ. Подожди, куда вводить? Сдохни или умри, выбирай. Да. Вот такие дела. Спасибо, что сегодня были со мной. Увидимся завтра. Гайз, всем лавки, чмавки, всех пока.